1700 ангарских школьников отдохнут в этом году в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления образования ГУ Лариса Лысак. 17 детских площадок начнут работу на территории округа уже 8 июня. Кроме того, большое внимание мы уделяем организации рабочим местам для трудоустройства подростков. И ребята, которым не исполнилось 16 лет, могут трудоустроиться на базе образовательных учреждений. Ребята, которым старше 16 лет, они могут через центр занятости устроиться в различные организации, которые находятся на территории Ангарского муниципального образования. В трудовых лагерях при школах этим летом будут задействованы 910 ребят. Центр занятости обеспечит работой около 90 ангарских подростков. Кроме того, на территории округа в течение лета будут работать профильные смены с эстетическим, краеведческим и историческим направлениями.